Новый элемент праздника. В этом году новосибирцам впервые предлагают украсить окна своих квартир символами Великой Отечественной войны. В акции, которая так и называется «Окна Победы», участвует вся страна. Заготовки для украшений можно найти в интернете, а сам творческий процесс предлагают снимать и выкладывать в соцсети. Александр Потенихин подробнее. Ольга Афанасьева вырезает бумажных голубей для своих окон. Кто-то наклеивает георгиевские ленты и красные звезды. Кто-то вывешивает слова благодарности ветеранам. В нынешней ситуации, когда мы не можем сходить ни на парад, ни сходить в бессмертном полку, я думаю, что вот это вот напоминание, кто-то, может быть, расскажет действительно там о подвиге своих родственников, кто-то, может быть, просто поздравят людей, и они увидят это в окне. Я думаю, что забывать об этом нельзя. Ни в коем случае. Это очень хорошая акция. Об акции «Окна Победы» Ольге рассказали на работе в молодежном центре. Она решила не брать готовые трафареты, а нарисовать свои эскизы. Главной темой стала «Волжская баллада» – произведение Льва Ашанина. Это история о том, как главная героиня Наталья забирает из лазарета своего мужа Алексея Ковалева. В свое время, когда я первый раз слышала это стихотворение, оно меня потрясло до слез и до сих пор, в общем-то, продолжает в такой же мере волновать. И, ну, так как у меня еще дедушка, один из дедов, папин папа, на Курской дуге воевал, связистом был, и с войны он вернулся, потеряв ногу. В акции может поучаствовать любой человек. Уметь рисовать не обязательно. Организаторы сделали уже много заготовок. Символы победы нужно только вырезать. Уже готовое изображение можно найти на официальной странице акции «Год 2020/Окна Победы». Здесь среди готовых картинок мы выбираем понравившийся, жмем на кнопку «Скачать трафарет» и распечатываем изображение. Затем с помощью ножниц по контуру вырезаем картинку и приклеиваем ее на окно. Из-за пандемии, коронавируса и режима самоизоляции традиционные концерты и церемонии в честь Дня Победы отменили. Ярко украшенные окна помогут создать в городе праздничную атмосферу, несмотря ни на что. Александр Потенихин и Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.